Сегодняшний наш герой – Роман Альбертович Лурия. Родился Роман Альбертович в 1874 году в городе Брест, Литовский. Ну, начнем мы, пожалуй, с фамилии. Итак, Лурия – это еврейская фамилия. А у евреев известно, что фамилия четко определяет некоторую страту, некоторый уровень сословия. В частности, есть фамилия, есть то же самое сословие коинов. Есть сословие левитов. Вот в данном случае не надо путать. Лурия, фамилия, не имеет отношения ни к первосвященникам коинам, ни к законникам левитам. А в данном случае Лурия – это фамилия ашкеназского происхождения. Ашкенази – это субэтническая группа евреев, которая сформировалась в Центральной Европе. У них язык, как бы, да, типичный для большинства ашкеназов – это идиш. Он относится к германской ветви индоевропейских языков. И, в принципе, происхождение этой фамилии проводит к провинции Тревиза, это область Венеции. Первое упоминание данной фамилии Лурия относится к 14 столетию. И родоначальником восточноевропейской ветви этой семьи стал Иохиль Лурия, который переселился в Литовское княжество из германских земель где-то в конце 15 века, приблизительно в 1470-х годах. Итак, фамилия Лурия достаточно распространена среди литваков. Литваки – это как раз выходцы из Великого княжества Литовского. Именно так было принято на Руси называть выходцев из Литвы – литвины или литваки. Варианты этой фамилии, их несколько можно встретить. Это и Лурье, и Лурья, и Лори, и Лория, и Лури, и Лурий. Но Лурия для нас в первую очередь, безусловно, связана с двумя очень яркими представителями. На самом деле их несколько больше, если мы возьмем этот замечательный талантливый род. Итак, Роман Альбертович Лурия, терапевт, врач. И когда мы говорим о его биографии, здесь волей-неволей имеет смысл задуматься о том, что же, собственно, предвосхищает появление на свет человека гениального, в частности, его сына. Ну, на самом деле, я думаю, что и отец, а именно Роман Альбертович, и сам по себе достаточно яркий и самобытный человек. Итак, он был пятым ребенком в семье учителя городского училища Авеля Лурия и его жены Аннет. Его братья Леон, Григорий, Матвей и сестра Елизавета. Второй язык Муттершпрехе – это немецкий язык, второй язык в семье. И на самом деле эта традиция сохранилась и в следующем поколении. В частности, наш замечательный психолог Александр Романович Лурия также в совершенстве знал немецкий. В шестилетнем возрасте Роман Альбертович остается без матери, и его старшая сестра Елизавета вынуждена оставить гимназию, она оканчивает 3 класса и занимается домашним хозяйством, а также заботится об отце и братьях. Как я уже сказал, братьев 4, и Елизавета заменяет им мать. Через несколько лет отец умирает, и сыновья стараются в определенной степени себя поддерживать. Да? Через несколько лет Елизавета выходит замуж, переезжает в Новгород-Северский. И Роман Альбертович поступает в 3 класс гимназии, заканчивает ее и сдает по окончании гимназии экзамены на медицинский факультет Казанского университета. Его старшие братья Леон и Макс получают медицинское образование, а Григорий – юридическое. В Российской империи существовал ценз оседлости. Это некоторая процентная норма, которая ограничивала количество евреев, которые имели право проживать в центральной части империи. Это же касалось и получения высшего образования, особенно после реформ Александра III, а именно его некоторого закручивания гаек в плане
кухаркиных детей, а также детей инородцев, их допуска в университет и гимназии. И вот здесь, несмотря... Да, что еще я не сказал, что, в принципе, ценз оседлости не действовал на тех, если мы говорим о евреях, на тех евреев, которые принимали ортодоксальное христианство, то есть православие. Те же, которые продолжали придерживаться иудейства, на них как раз действовали эти нормы. И обычно они традиционно оказывались на территории нынешней Белоруссии и Украины. Именно там оседали эти фамилии. Итак, несмотря на процентную норму, которые ограничивали количество евреев в высших учебных заведениях, все братья получают высшее образование в Российской империи. Единственный момент – на поездку за границу для того, чтобы поступить в университет там, естественно, денег у них нет. Отношение Романа Альбертовича к вере. Он не крестился, но к религии он относился достаточно прохладно и сыну любви к религии не привил. Характер ученый, неэмоциональный достаточно, старается все держать в себе. И Александр Романович также в кризисных ситуациях никогда не склонен был показывать определенные эмоции. То есть радость, увлеченность, интерес показывал, а скорбь нет. Но вернемся к его отцу, к Роману Альбертовичу. У Романа Альбертовича был такой классический медицинский юмор, то есть несколько циничный. Кстати, этот же юмор был передан по наследству сыну. Роман Альбертович любил эффектные действия и некоторый пафос в отношениях. Это присутствовала такая театральщина определенная. Ну, что же происходит с братьями Романа Альбертовича? Старший брат Леон Альбертович поселяется на территории Украины. Он врач. Григорий, юрист, поселяется в Любаве, в Прибалтике. У его жены пищебумажная фабрика, лавка, в которой он ведет дела. А Григорий занимается бесплатной юридической практикой для бедных. А третий брат, Макс Альбертович, это зубной врач в городе Томск. Роман Альбертович учится сначала в Виленской прогимназии, нынешней Вильна, или Вильнюс, правильнее сказать. А затем с третьего класса гимназии в Новгороде Северском, это Черниговская губерния, куда после смерти отца он переехал с семьей его сестры Елизаветы. И, как я уже сказал, по окончанию гимназии в 1892 году он поступает на медицинский факультет Казанского императорского университета. В годы учебы в Казанском университете Роман Альбертович зарабатывает на жизнь уроками. Они, безусловно, крайне мизерно оплачиваются. И самое здесь, пожалуй, помогающее оказывается то, что старшие братья дают ему средства некоторые для существования. У Романа Альбертовича нет средств для того, чтобы купить пальто зимой. И он ходит обычно зимой, завернувшись в плед. За что его начинают называть «сумасшедший Лурия». Надо сказать, что это прозвище будет преследовать не только его, но в ряде случаев и Александра Романовича Лурия. Итак, какие же черты характера здесь наблюдаются у Романа Альбертовича? Замкнутость, целеустремленность и, я бы сказал, параноидальность, то есть склонность к достижению поставленных целей. 6 октября 1897 года казанский губернатор припроводил в департамент полиции 22 студентов, задержанных полицией в 3 часу ночи 4 октября того же года, которые при выходе из гостиницы «Китай» позволили себе нарушить общественную тишину и спокойствие криками, пением и бранью. Ну и ввиду того, что был отказ на предложение полиции прекратить шум и разойтись против них, было возбуждено преследование по 38 статье указа о наказаниях. Ну, он официально назывался «Нарушение порядка и спокойствия». Вот как он звучал. За ссоры, драки, кулачный бой или другого рода буйство в публичных вещах и вообще за нарушение общественной тишины. И виновные в данном случае подвергались аресту не свыше 7 дней или денежному взысканию не свыше 25 рублей. То есть такой розовый зеленоватым купюр. Итак, в числе задержанных как раз находился и врач Лурия. В данном случае вспоминается мне случай с Антоном Павловичем Чеховым в Звенигороде, когда
они с приятелями заехали к доктору Персидскому, сидели, пили, разговаривали, пели хором некоторые песни, а Чехов любил повеселиться, это известно. И соседи были вынуждены вызвать полицейского надзирателя. Тот составил протокол, и, собственно, некрасиво было то, что ночью беспорядки создавал врач. Они жалятся вам, что я песни петь запрещаю, да чего хорошего в песнях, там, вместо того, чтобы делом каким заниматься, они песни поют. Ну, ладно. Итак, окончив в 1897 году университет с отличием, несмотря вот на этот некий инцидент, Роман Альбертович получает не только диплом, но и, соответственно, крест Святой Татьяны в ромбике без букв внизу. Ну, буквы внизу на кресте Святой Татьяны означают либо магистр, либо доктор. В данном случае просто кандидат, а кандидат – это красный диплом означался, он шел без буквы. Итак, Роман Альбертович получает предложение от заведующего кафедрой частной патологии и терапии профессора Засецкого поступить к нему в ординатуру. Но так как Роман Альбертович еврей, министерство его не утверждает. И тогда он начинает специализироваться у профессора Засецкого. Вот профессор Засецкий. На самом деле, Засецкий, на самом деле какая-то мистика. Фамилия Засецкий в биографии двух лурий Романа Альбертовича и, соответственно, Александра Романовича будет присутствовать. У отца это человек, у которого он будет работать в качестве врача, а у сына это будет пациент Засецкий. И Александр Романович напишет книгу в дальнейшем об одном из своих пациентов по фамилии Засецкий. Вот такая вот некоторая случайность ли, либо фатальная предопределенность. Здесь уже каждый решает для себя сам. Ну, вот такое интересное совпадение. Итак, Роман Альбертович работает год сельским врачом в Буинском земстве Симбирской губернии до 1899 года. Дальше возвращается в Казань и получает место сверхштатного ординатора губернской земской больницы. Ну и также работает преподавателем фельдшерской школы. Работает и в физиологической лаборатории под руководством Мисласкова. И в течение 3 лет ведет физиологической лаборатории Мисласкова исследования, тем самым собирая материал для будущей диссертации. Диссертацию он называет «Роль чувственных нервов диафрагмы в иннервации дыхания». Защищает ее он в 1902 году. Эта диссертация в дальнейшем была опубликована в виде отдельного издания, отдельной книги. И надо сказать, что именно в этом году, в 1902 году, на свет появляется его сын Александр Романович Лурия, великий советский психолог. В будущем, безусловно. Ну и надо сказать, что после защиты диссертации Лурия, в принципе, не имеет возможности вести научно-преподавательскую работу, то есть везде нет возможности работать так, как он хочет. И тогда Роман Альбертович остается больничным врачом и начинает заниматься частной практикой. То есть любое ухудшение ситуации способствует только тому, что он продолжает развиваться как профессионал, как неординарный ученый, как человек достаточно яркий, и на самом деле, может быть, это и не случайно. Итак, дом, в котором живет семья Лурия, принадлежал в тот момент купцу Окошникову. На первом этаже был магазин, оптовая продажа муки, во дворе были мучные сараи, лабазы. А на втором этаже как раз туда вела нарядная лестница с белыми каменными ступенями. Располагалась большая квартира, которую как раз снимал Роман Альбертович Лурия. И так он начинает заниматься частной практикой. А супруга его, Евгения Викторовна Хаскина, зубной врач.
Они познакомились еще в гимназическую пору в Новгороде Северском, в Черниговской губернии. Она дочь местного часовщика, у нее 4 сестры, 2 брата, нет матери. И она оканчивает высшие зубоврачебные курсы в Варшаве и экстерном сдает экзамены на медицинском факультете Казанского университета и тоже начинает заниматься частной практикой. То есть это, получается, семья врачей. Заработки супруги Евгении Викторовны были большим подспорьем для семьи и позволяли Роману Альбертовичу уделять больше времени научной работе, за которую, как уже мы, я думаю, поняли сейчас, он денег не получал. То есть, в принципе, он получал очень и очень небольшие суммы за свою работу и спасала только частная практика. Но в то же время, параллельно с этой работой, именно популярность Романа Альбертовича как врача становится очень большой. И по воспоминаниям прохожие снимают шапки, здороваются с ним, когда видят, когда он едет в пролетке по городу. В 1908 году у него появляется дочь Лидия, которую все в семье зовут Люся. Тогда уже она появилась в доме на Проломной, улице Проломной. В период 1904-5 годов что происходит с Романом Альбертовичем? Ну, первое, он служит врачом в действующей армии, а также служит во время русско-японской войны и, между прочим, Первой мировой войны. В 1904 году он становится младшим ординатором полевого подвижного госпиталя 3-й маньчжурской армии и в 5-м году награждается орденом Святой Анны 3-й степени. Ну, Святая Анна 1-й степени давала наследственное дворянство, не давала она его инородцам, а к инородцам он относится, и, соответственно, не давала его также людям, имеющим купеческое сословие, к которым он не относился. Но важно немножко другое, что в целом уже с 1855 года этот орден в целом претерпел некоторые изменения. И что давал этот орден, получение этого ордена в 1905 году? Это статус почетного гражданина. Итак, перед нами почетный гражданин. В октябре 1905 года Лурия получает орден Святого Станислава с мечами. В принципе, этот орден за военное отличие тоже достаточно, ну, менее престижная награда, нежели чем орден Святой Анны, но в то же время тоже достаточно серьезный орден, который, кстати, тоже первая степень давал наследственное дворянство, но не про Лурию. Итак, в данном случае, что же делает Роман Альбертович в 14 году важного? Он разрабатывает методику лечения экстутативного плеврита пункцией. В августе 14 года он становится старшим врачом 94-го пехотного запасного полка. В 1917 году он уже старший ординатор запасного эвакуационного госпиталя номер 93. И надо сказать, что вот пока происходит Первая мировая война, в период Первой мировой войны, в 16-17 году он вместе с адвокатом Блаттом руководит Казанским отделением Комитета помощи евреям России под эгидой Джойнта. Ну, что такое Джойнт? Это американский еврейский объединенный распределительный комитет. То есть это еврейская благотворительная организация, которая была создана в 1914 году. Вот здесь вот надо сказать, что Роману Альбертовичу весьма и весьма повезет в будущем, после его смерти. Ну, об этом чуть позже. Несколько раз Лурия выезжает в Германию на собственные средства, на стажировку, где работает в терапевтических клиниках, изучая заболевания пищеварительного тракта. На самом деле он как раз и специализируется на заболеваниях пищеварительного тракта. И со временем он становится одним из лучших врачей в Казани, врачей-терапевтов. У него в кабинете на втором этаже стоял рентгеновский кабинет, который он купил в Германии. По тем временам действительно редкость. И несколько дней в неделю Лурия принимает пациентов.
Пациенты приходили с утра и терпеливо ждали в очереди в приемной. Это комната с 6 окнами, в которой стоят катки с пальмами. И один раз в неделю Лурия устраивал бесплатный прием. Как-то раз на прием к нему принесли женщину на носилках, у нее отнялись ноги, и она, соответственно, не могла ходить. Подняли ее на второй этаж, носилки занесли в кабинет, ну и, соответственно, люди стоят в приемной, ожидают своей очереди. Внезапно открывается дверь, и из кабинета выходит эта женщина, высокая, худая, закутанная в одеяло. Удивительно было то, что ее принесли на носилках до того, и она не ходила. Что сделал Роман Альбертович? Он посмотрел на нее, просек ситуацию, накричал на нее и сказал: «Вон из моего кабинета! Вставайте немедленно и убирайтесь вон!» Женщина встала и вышла. Ну, надо сказать, естественно, это была женщина с истерическими, да, припадками, и в данном случае как раз это была истерическая парализация. Но с другими пациентами это бы не прошло, но в данном случае важно то, что это действие действительно возымело большой эффект, особенно на тех, кто сидел в ожидании приема. А надо сказать, что среди этих пациентов было много людей достаточно невысокого сословия, невысокого уровня образования, и, естественно, это усиливало некоторый эффект от ожидания приема этого врача, потому что, в принципе, это немножко напоминало что-то библейское – «встань и иди». И вот когда замечательная дочь Александра Романовича Лурия, Елена Александровна, спросила у своего знаменитого отца, каким образом дед поднял лежачую больную, тот подумал и сказал, наверное, это был случай сильной истерии. Да, любил папаша эффектные сценки, любил работать на публику. Впрочем, врач был великолепный, таких сейчас нет. Действительно, слава Лурии как врача была достаточно большой, и людей в доме на Проломной было довольно много, съезжались из деревень, из городов, со всей Волги приезжали к нему. И было много и копченой рыбы, и икры, и конфеты, и яйца привозили, и пряники, и сладости. То есть в данном случае старались как-то отблагодарить работу врача. Итак, в 1917 году Роман Альбертович избран членом первой коллегии Губздрава, а затем Наркомздрава Татарской ССР. А в 1918 году происходит событие, в августе 1918 года белогвардейцы его арестовывают, принимают за большевика, но в тот же день выпускают. В период 1919-1921 годов он заместитель председателя чрезвычайного комитета по борьбе с ТИФом, тогда это называлось Чрезком ТИФ, то есть это орган по борьбе с сыпным и возвратным ТИФами, и членом комиссии по улучшению быта ученых. Звучит еще более страшно – ТАТКУБУ. ТАТКУБУ. Ну, аббревиатуры, любовь к ним появились с появлением телеграфа. И, в принципе, не только, ну, когда приходилось сокращать какие-то слова вместо точек, да, ТЧК и так далее. И вот в данном случае не только революционный период этой любовью стал славиться. В наше время любую организацию называют набором каких-то странных аббревиатур, подобных, ну, некоторым чернокнижным заклинаниям. Ну, возможно, сами того не понимая, они тем самым выражают тайную суть этих организаций. Может быть, как-то так. Но на самом деле действительно очень далеко от смысла идут эти подозрительно странные аббревиатуры. Ну, ладно, возвращаемся в 20-й год. В 20-м году Лурия входит в инициативные группы по организации Казанского клинического института, который с 25-го года начинает называться Государственный институт для усовершенствования врачей имени Ленина. Нынешняя Казанская государственная медицинская академия. И в течение 10 лет Лурия возглавляет этот институт, то есть с 20 по 30 год, то есть был ректором, а также заведовал кафедрой внутренних болезней. В 1927 году, к 30-летию его врачебной деятельности, Наркомат здравоохранения РСФСР
принимает постановление о наименовании терапевтической клиники его именем и учреждении в институте 3 стипендий его имени для врачей-специалистов из национальностей Поволжья. Вот, смотрите, достаточно успешный врач, человек, который сделал себя сам, мы бы так сказали, self-made man. Человек, безусловно, из воспитанной интеллигентной семьи, человек с достаточно высоким кругозором, с хорошо проставленными целями в жизни, который занимается общей практикой до революции, после революции начинает специализироваться на гастроэнтерологии, на внутренних болезнях. Да, кстати, в 28-м году Лурия своему сыну посвящает небольшую книжку, которая называется «Врач и психогенез некоторых заболеваний внутренних органов». На этой книжке на обложке так и написано «Сыну моему Александру». По инициативе Романа Лурия и при его участии в Москве создается Центральный институт усовершенствования врачей, создается первая терапевтическая кафедра, которую он возглавляет практически 15 лет. Дальше он состоит заместителем директора по научно-исследовательской работе института. С 30 по 32 год он одновременно и заведующий кафедрой терапии санитарно-гигиенического факультета Первого Московского медицинского института. Вот это вот тоже очень важно, да, когда он возвращается в Москву. Дальше он член редколлегии журналов «Казанский медицинский журнал», «Врачебное дело», «Терапевтический архив», основатель журнала «Советская медицина». А дальше он ответственный редактор этого журнала. Его награждают орденом Трудового Красного Знамени. И, соответственно, он разрабатывает психологическую концепцию внутренней динамики заболевания. То есть это действительно врач с большой буквы. Это человек, который очень много занимается любимым делом. Он публикует работы по поражениям системы органов пищеварения при сифилисе, малярии. Занимается изучением классификации малярии и хронических гастритов. Ну, все складывается прекрасно. На удивление прекрасно. Естественно, так долго не бывает. И в 1937 году в семью приходит беда. А именно дочка его, Лидия Романовна Лурия, на тот момент была во втором браке замужем за членом правительства, заместителем Народного комиссариата совхозов СССР, начальником Главного управления земледелия Михаилом Григорьевичем Герчаковым. Повторюсь, это был 1937 год. Мужа расстреливают, а ее репрессируют как члена семьи изменника Родины. Лидия Романовна попадает на несколько месяцев в тюрьму, оттуда попадает в лагерь. Но ей везет, потому что вместо того, чтобы попасть на лесоповал, она работает прачкой. Роман Альбертович в это время умоляет одного из своих пациентов, а в это время он работает в Кремлевской больнице, и пациентами его являются достаточно высокопоставленные персоны. И вот он умоляет Вышинского, генерального прокурора, о милости заменить дочери лагерь ссылкой. И спустя год действительно его высокопоставленный пациент снисходит до милости, и это случается. Надо сказать, что Лидия Романовна прожила довольно большую жизнь, не стала ее в 1991 году, и в дальнейшем она получает степень кандидата медицинских наук. То есть переживаний для Романа Альбертовича было немало на тот период. Но самое, пожалуй, печальное для него это было понимание его сына, что сын занимается, мягко сказать, не тем, чем надо. То есть сын не слишком удачно, что ли, выбрал для себя стезю.
Ну, вообще, эта тема взаимоотношений отца с сыном была затронута мною в блоке, посвященном биографии и творчеству некоторых писателей. Ну, в частности, я проводил сопоставление характеров и творчества Леонида Николаевича и Даниила Леонидовича Андреевых, ну, двух совершенно, казалось бы, непохожих писателей, достаточно разных. И мало того, здесь еще и сама история появления на свет Леонида Николаевича сыграла большую роль. Не будем забывать, что, допустим, Даниил Леонидович, когда он появился на свет, его мать, любимая супруга Леонида Николаевича, умерла при родах. И отец не принял сына. Сына воспитывали родственники. Довольно сложная судьба, мягко сказать, сложная судьба. Ну и вторую такую вот линию я проводил, когда читал лекцию, посвященную Ивану Павловичу Ювачеву, очень необычному революционному писателю, человеку крайне неординарному, и сыну его, Даниилу Ивановичу Ювачеву, но нам он более известен как Даниил Хармс. Вот здесь отношения отца и сына ближе, здесь как раз отношения отца и сына Лурии ближе к отношению Ювачева к Хармсу. Ну, есть существенное отличие, правда. Лурия сын более неординарен, он умеет и любит учиться, а не эпатировать, как, допустим, это делает Хармс. Ну, вернее, сын Лурия, Александр Романович, тоже эпатирует, но больше он эпатирует своей увлеченностью, потому что когда он увлекается, он теряет контроль над своим поведением. Это увлеченный человек, а безумно интересно наблюдать за человеком, который находится в процессе открытия чего-то нового. А вот для Александра Романовича такие состояния бывали довольно часто. У Хармса же более демонстративное поведение, более демонстрация каких-то странностей, эпатажа, отрыв от реальности. Вот этот протест его против обожествления, иконизирования классиков литературы тоже сказывается. Вот Лурия сын не протестует, он просто работает. Работает так же, как его замечательный отец, он крайне продуктивен. Ну, простой гениальный человек. Вот у Дмитрия Быкова в одном из его выступлений было сказано, что талант талантлив во всем, а гений неряшлив во всем, кроме одного, где он может что-то делать гениально. Вот когда мы говорим о Лурии сыне, Александре Романовиче Лурии, он делал гениально разные вещи в разных направлениях, причем именно вполне гениально. Что же общего у Ивачевых и Лурия? Отцы одинаково отторгают то, чем занимаются их сыновья. Это явно присутствовало. Вот, допустим, Хармс обожествлял своего отца, он его очень любил, но отец не принимал то, чем он занимается. Отсюда как раз и появились его довольно странные анекдоты. Вспомню эту историю, когда его отец, знакомый лично со Львом Николаевичем Толстым, как-то раз в беседе с ним сказал ему: «Лев Николаевич, у меня скоро родится сын, как порекомендуете его назвать, как посоветуете его назвать?» И Толстой сказал: «Даниилом назови». Вот родился Даниил Хармс, и через несколько времени он стал сочинять анекдоты про литераторов, среди которых присутствовал Лев Толстой. Ну, именно те самые анекдоты, Лев Толстой очень любил детей и так далее. Вот здесь, в своей лекции, посвященной как раз Ювачеву и Хармсу, я как раз и объяснял это в некотором плане способом косвенного, ну что ли, ответа отцу на неприятие отцом того, чем Хармс занимался. То есть, если отцу непосредственно ответить нельзя, то можно в некотором плане, будем говорить, отомстить тому, кто дал себе имя, то есть Толстому. Вот Роман Альбертович, преуспевающий врач, достигший всех возможных вершин за свое время, то есть это человек, который работает в Кремлевской больнице, специализируется на желудочных болезнях, да? Он организатор здравоохранения,
По его идее создан Институт усовершенствования врачей. Он декан психотерапевтического факультета. Блестящий лектор, прекрасно преподает. На базе Боткинской больницы создает гастроэнтерологическую клинику, организует медицинские журналы. Опубликовано свыше 150 научных работ. Создает новое представление в учении о хроническом гастрите и так далее. Но все это прекрасно, кроме одного небольшого «но». Роман Альбертович крайне недоволен сыном. Сын выбрал нелепую, никому не нужную науку под названием психология. Вот супруга коллеги Александра Романовича Лурия, Александра Владимировича Запорожца, Тамара Осиповна Геневская, как раз рассказывала. Лурия Александр Романович рассказывал ей о детстве. Чего делать, на самом деле, очень не любил. Лурия, Александр Романович Лурия не любил рассказывать о своем детстве, не любил рассказывать об отце. Он старался это немножко обходить. Отца он называл несколько специфично, иногда сокращением. В частности, называл его комбинацией «щур». То есть это достаточно что-то колючее. Вот он у него ассоциировался с чем-то очень колючим, холодным и колючим. А Лурия говорил, что отец презирает меня за то, что я выбрал никому не нужную дурацкую науку. И, смеясь, он также вспоминал, как боялся отца и просил Александра Владимировича Запорожца, когда было нужно обратиться к отцу, чтобы не сам Александр Романович обратился, а за него обратился его друг Александр Владимирович Запорожец. А на самом деле Роман Альбертович прошел достаточно сложный путь. Он начал еще в имперский период, его национальность довольно серьезно давала себя знать. Он не мог получить нормальных должностей в начале своего пути, и он прекрасно знал, что нужно делать для того, чтобы достичь определенного веса в обществе, в социуме. Но самое главное – заниматься любимым делом. То есть не стать бюрократом, не стать шестеренкой вот в этой бюрократической машине, а именно заниматься любимым делом. И в данном случае Роман Альбертович действительно более серьезно относился к выбору научной стези. А сын, оказалось, более занимался тем, что ему больше нравится. То есть некоторая легковесность с позиции Романа Альбертовича присутствовала в поведении сына. Сын умница, но в то же время, кто он такой? Профессор какой-то психологии, ученик и соратник какого-то Выгодского, которых критикуют на партийных, на научных встречах, которые, в принципе, подвергаются гонениям. То есть сама по себе профессия выбрана сыном неправильно. Что же сын? Александр Романович в определенный период своей жизни, когда гонения на психологию оказываются действительно очень серьезными, и дело уже грозит довольно серьезными последствиями, это конец 30-х годов, 37-й год, оставляет свои психологические лаборатории, это в медико-генетическом институте и во Всесоюзном институте экспериментальной медицины, и становится простым великовозрастным студентом, студентом-медиком. Он поступает на заочное, а потом на очное отделение Первого Московского медицинского института. Вот этот уход со всех должностей в качестве профессора на позиции студента во многом помогли ему в первую очередь выжить физически. Но самое главное то, что я в следующей своей лекции буду рассказывать про Александра Романовича. Вот здесь очень важный момент. В его биографии было несколько событий, которые подставили его достаточно серьезно. Среди этого были среднеазиатские экспедиции, за которых их очень сильно критиковали с Выгодским. Обвиняли во всем, включая расизм. И в данном случае, безусловно, в конце 30-х годов за то, чем занимался Лурия вместе с Выгодским, Выгодского на тот период уже не было, он умер в 34-м году, естественно, для Лурия это могло грозить репрессией. А получается так, что институт нейрохирургии спас ординатора Лурия в эти годы и потом дал ему возможность, спасая больных, помогать другим
и спасать их от смерти. Но в первую очередь его вторая профессия, его второе направление помогло ему спасти себя. В 1937 году, когда сын выбирает для себя решение поступить на медицинский факультет, наконец-то отец пишет ему, моему Шуре, в память о 35-летии и получении высокого звания врача, твой папа, 16 июля 1937 года. Лурия-старший любил несколько высокопарность, любил высокопарно подписывать какие-то свои труды, и Александр Романович это в некотором плане не то что задевало, но не очень любил это. В своей автобиографии Александр Романович напишет в дальнейшем. «Теперь я совершенно отчетливо понимаю, что те два года, которые я провел как ординатор, не имея ни одного помощника и работая сам по себе под руководством таких крупных нейропатологов, как Рапопорт и Коновалов, были самыми продуктивными годами в моей жизни. И принимая во внимание, как много было сделано им в разные годы жизни, с этим утверждением можно было бы поспорить, но очевидно, что сознанное Лурием сыном новое направление науки, это нейропсихология, действительно не могло родиться без клинической подготовки, которой как раз отец Роман Альбертович подталкивал сына. Таким образом, отцовские советы все-таки возымели должное действие. Отец не был заинтересован тем направлением, которое первоначально выбрал сын. И, казалось бы, что происходит дальше? А дальше происходит полное повторение. Когда у Александра Романовича рождается дочь Елена, да, через несколько времени она оканчивает школу, возникает необходимость выбора стези научной, и там как раз она описывает, что ее великий отец Александр Романович говорит: «Психология не наука, и вообще, чтобы заниматься ей, надо окончить медицинский институт, а не университет. Поступай лучше на биофак, биология – наука серьезная». А Елена Александровна Лурия – это советский биолог, которая занималась со своим мужем исследованием клеток костного мозга, автор более 100 статей, но, что самое главное, в том числе и писатель. А именно великий отец Александр Романович Лурия просил ее обязательно писать. Он сам очень хорошо писал, но об этом я расскажу в следующей лекции. А Роман Альбертович в своей книге, которая была издана в 1944 году, пишет: «Все успехи медицинской техники не снимают и не могут снять необходимости исследовать личность больного. С бурным развитием медицины на прочной базе химии, физики и биологии личность больного отошла понемногу на задний план. Терапевты еще очень мало знакомы с современными течениями экспериментальной психологии. Они должны ознакомиться с основами психологии, чтобы уметь установить психологическую связь между врачом и больным, без которых вообще невозможно ни правильное распознавание болезни, ни рациональное лечение». То есть в конце своей жизни Лурия, отец, приходит к психологии. Но он делает все для того, чтобы Лурия, сын, пришел к медицине. Очень интересное пресечение. Лурия-старший, Роман Альбертович Лурия, стал одним из основателей психосоматики в нашей стране. Он стал заниматься тем, как работать с определенным типом пациента. Вот когда-то еще Антон Павлович Чехов сказал: «Теперь я понял душу медицины». Что такое душа медицины? Это понимание того, что происходит с психологией пациента. Не с тем, что у него болит, а что происходит с его переживаниями. Вот об этом же как раз пишет и Роман Альбертович. То есть важно увидеть, как ощущает себя пациент в этой болезни. Часто тот, кто болеет достаточно серьезно, серьезно относится к этому заболеванию и выздоравливает. А тот, кто болеет, казалось бы, не серьезной болезнью, но слишком нерационально к ней относится, может получить осложнение, может умереть. Роман Альбертович предлагает термин «внутренняя картина болезни». Это совокупность представлений человека о своем заболевании и, соответственно, результат творческой активности, которую проделывает пациент на пути осознания своей болезни. Этот термин «внутренняя картина болезни» Роман Альбертович вводит в 1935 году.
И он выделяет, соответственно, некоторый конструкт внутренней картины болезни в виде двух компонентов. Первое – это интеллектуальный компонент. Он создается больным в размышлениях о своей болезни, в своем самочувствии, в своем состоянии. Причем бывает, что данные представления не имеют реальной какой-то базы. То есть это настройка над сензитивным уровнем. И, соответственно, второй компонент – это сензитивный. Он включает в себя некоторые компоненты конкретного заболевания, патологического состояния больного. Это то, что переживает субъект. То есть, получается, есть два конструкта – интеллектуальный и сензитивный. Сензитивный – реальные ощущения, интеллектуальный – то, что человек достраивает по поводу своего заболевания. А вот эта идея в дальнейшем была немножко развита. Но вернусь к Роману Альбертовичу. Каждый пациент, в зависимости от интеллектуального и сензитивного компонентов, делится приблизительно, ну, есть некоторые вариации на 12 типов. Вот позже они были развиты Андреем Евгеньевичем Личко, модифицированы их. А к данному ролику я также прикреплю ссылку моей супруги Галины Александровны, которая написала статью, посвященную таким типам пациентов, которые как раз основаны на конструктах Лурия и Личко. Ну, давайте рассмотрим эти типы. Как уже было сказано, их можно выделить два основных типа и третий, соответственно, дополнительный. Итак, первый тип называется рациональный. Рациональный тип готов воспринимать информацию, идти на контакт с врачом, сохранять критичность к себе и к ситуации. Делится он на несколько подвидов. Это гармонический. Гармонический – это, собственно, необходимость решать проблемы по мере их поступления. В данном случае это довольно реалистическое отношение к своему состоянию, к ситуации с собой, понимание, что нельзя ждать от врача какого-то чуда, но и в то же время умение правильно слушать то, что рекомендует врач. То есть это некоторое нахождение золотой середины, не преувеличивая, но и не преуменьшая опасности и серьезно относясь к тому виду лечения, которое предлагается ему. Очень важно, что гармонический тип не зацикливается на конкретном заболевании, он склонен находить определенный позитив в ситуации или может переключаться на что-то другое. Ну, в частности, если у него нет возможности передвигаться, он может начать заниматься саморазвитием, как один из вариантов. Вторая разновидность рационального типа – это эргопатический тип. Здесь немножко иная картина. Это сверхответственное отношение к своим обязанностям и, соответственно, несколько избирательное отношение к обследованию, к лечению. Для такого человека очень важно продолжать свою работу, несмотря на болезнь. И только работа позволяет ему избавиться от тревожных мыслей, дать мотивацию для исцеления. И это некоторый трудоголизм. На самом деле, именно такое поведение, эргопатический тип, был свойственен Выгодскому, Иосифу Ивановичу Выгодскому, о котором речь будет в скором времени у нас. То есть в данном случае, если для человека есть то, ради чего он может жить, он живет. И болезнь ему только мешает, он старается на нее не обращать внимания. А третья разновидность рационального типа – это агностический тип. Ну, как его можно охарактеризовать? Наверное, чеховское отношение. Если у вас есть заболевание, его лучше не лечить, оно пройдет сам. Вот в данном случае это некоторый оптимизм. Ничего страшного, все вылечится. Человек любую симптоматику не рассматривает как нечто серьезное, не признает наличие заболевания, отказывается от лечения или от обследования. И с одной стороны, вроде бы он и легче переносит болезнь, но не признавая ее, он может довести ее до последних стадий. Кстати говоря, именно агностический
такой тип пациентов часто свойственен мужчинам, которые не любят ходить по врачам. Ну, кто любит по ним ходить, это вопрос. Но, с другой стороны, они очень часто запускают свои заболевания и приходят уже в тот самый момент, когда уже лечить поздно. Второй вид пациентов – это эмоциональные пациенты. Здесь их будет несколько больше, 5 подвидов. Так, рассмотрим. Первый подвид – это тревожный эмоциональный. Тревожный тип мнителен, тревожен, его беспокоят средства, методы лечения. Ему кажется, что лечат его неправильно, неэффективно. Надо поменять врача, надо поменять клинику. Надо найти какие-то альтернативные способы лечения. И, соответственно, такой тревожный тип тратит силы на получение многих мнений разных специалистов. Проблема в том, что в результате получается не то, что общая картина, а некоторая большая коллекция разногласий, разночтений. Но задача такого тревожного типа – сохранить свое здоровье. Но сохраняет он его вот этими некоторыми разбросами. Самое главное, он не лечится, он просто встревожен тем, что с ним что-то происходит. Здесь очень важно остановиться. Остановиться на одном каком-то методе лечения, а никак не пытаться их коллекционировать. Следующий подвид – это ипохондрический тип. Этот сосредоточен на негативных ощущениях, преувеличивает трагичность происходящего, крайне сложно относится к своему здоровью, любит многое время говорить о своем заболевании или заболеваниях, очень переживает о побочных действиях лекарств, о неквалифицированной помощи врачей, о неправильной диагностике. И, в принципе, здесь самое главное, что такой тип ипохондрический не хочет выздоравливать. Кстати, таких достаточно много встречается людей. Для них важно обязательно болеть и от чего-то страдать. То есть в данном случае это создает некоторую осмысленность существования. Когда ты лечишься, ты понимаешь, ради чего ты живешь и что ты должен ставить в качестве цели в своей жизни. Ну, в большинстве случаев такой человек, в принципе, может на полпути бросать то лечение, которое для него более подходит, и искать новый вариант лечения, для того, чтобы оно ему тоже не помогло. Следующий подвид называется неврастенический тип. Этот тоже имеет свою характеристику, он крайне нетерпелив, не может переносить неприятные ощущения, не любит боли, а кто ее любит, капризен, крайне требователен к медикам и обвиняет в своих бедах окружающих. Когда все уже доходит до завершения, он начинает каяться, просить прощения, но когда накапливает сил, он снова начинает такой спектакль, который называется «Оставьте меня, мне и так плохо». Придешь домой, там ты сидишь. Следующий подвид эмоционального типа – это меланхолический тип. Меланхолик, собственно, очень преувеличенно пессимистичен, пассивен, не заинтересован в лечении. И даже если он начинает идти на ремиссию, все равно сомневается в собственном благополучии и считает, что это временное улучшение, что дальше будет хуже, и, соответственно, это ошибка. Наконец, последний подвид эмоционального типа – это апатический. Ну, апатия, в принципе, полное безразличие. То есть он пассивно подчиняется всем врачебным манипуляциям, безразличен к своей жизни, к своей судьбе, безразличен к результату лечения. И, в принципе, его кормят, его пичкают лекарствами. Но он, в принципе, может и довольно спокойно умирать, потому что все равно все бессмысленно. И, наконец, третья разновидность – это антагонистический тип. Антагонистов можно выделить 4 подвида. Это сензитивный антагонистический тип, в частности, это чувственный, ранимый человек, который подозревает о пренебрежительном отношении к себе и врачей, и окружающих. Боится стать неполноценным
И отсюда старается избегать общения с родными, с медиками, или агрессивно реагирует, или винит в происходящем или произошедшем других. То есть индитивный тип, он может сказать так, что вы только ждете того, чтобы я умер. Следующий эгоцентрический тип. Ну, здесь все очень просто. Вы бессердечные, я страдаю. Здесь болезнь – это идеальный способ управления своими близкими. Такой человек стремится максимально демонстрировать свои страдания, требует большого внимания к себе в ущерб другим людям и убежден, что его случай самый сложный, самый тяжелый, его болезнь – самая болезнь среди всех болезней. А состояние или переживания других людей вызывают у него преимущественно раздражение, неприятие. И задача эгоцентрического типа – больше привлекать к себе, к своей собственной персоне, к своему заболеванию больше внимания. А третья разновидность антагонистического типа – это параноидальный тип. Этот убежден в том, что болезнь – это результат чьих-то козней, чего-то злого умысла. Он, как правило, подозрительно относится к людям. Вот здесь вот как раз теория заговора абсолютно хорошо работает. Допустим, врачи задумали то, что мне никогда не скажут. Они что-то плохое задумали. Такой пациент обязательно будет проверять те лекарства, которые ему дают. Мало того, что это могут быть не те лекарства или лекарства, которые во вред, но они могут быть еще и просроченными. Лучшее ухудшение своего состояния, такой человек будет говорить, я так и знал, все равно так получится. Или он может говорить о побочных действиях лекарств или их неэффективности. Допустим, врачи хотят меня залечить до смерти. Ну и, наконец, последний тип, дисфорический тип антагониста. Этот мрачен, зол, агрессивен, завидует здоровым людям, здоровью врачей завидует, завидует здоровью других пациентов, требует внимания к себе без учета интереса других. Ну, здесь он немножко похож на эгоцентрический тип. И никогда не успокаивается. Его задача очень простая – отомстить другим за свои страдания. Если тебе плохо, то другие должны обязательно за это заплатить, чтобы им тоже было плохо. Вот такая вот вполне логичное поведение. Классификация, которую предложил Роман Альбертович, действительно довольно близка к психологии. То есть здесь интересно, всю свою жизнь он, в принципе, к психологии относился достаточно, не могу сказать, с пренебрежением, но держал ее на дистанции и не принимал то, что сын выбрал профессию психолога. Но в то же время занимался в том числе он не просто лечением заболеваний, а в первую очередь занимался психологическим состоянием своих пациентов, и все равно он был связан с психологией. Но к концу своей жизни Роман Альбертович пришел к психологии и признал ее. Это важно. Скончался он в 1944 году. Ему очень повезло. Нет, не в том плане, что он прожил столько, сколько ему отведено, а в том плане, что он не застал того, что было после войны, в частности. Он не застал дело врачей-вредителей, когда появилось дело о сионистском заговоре. Не застал международное гонение на международную буржуазно-националистическую организацию «Joint», о которой я упоминал, да, когда он в 16 году как раз от этой организации работал. После войны стали говорить о том, что эта организация «Joint» создана американской разведкой для оказания материальной помощи евреям в других странах. Не застал он кампании по борьбе с безродным космополитизмом 47-50 годам. Но, то есть, в данном случае ему повезло. Это действительно так, потому что, скорее всего, под удар бы он однозначно попал. Но прожил он весьма достойную жизнь, воспитал множество своих учеников и двоих весьма неординарных детей. Лидию Романовну, дочь, которая кандидат медицинских наук, и сына,
доктора медицинских наук, доктора педагогических наук и профессора. Александр Романович Лурия получил звание профессора в 1944 году, как раз тогда, когда умер его отец. Вот здесь вот тоже очень интересное пересечение. Он родился в тот год, когда отец защитил свою диссертацию, а его отец умер в тот год, когда сын получил звание профессора. В 2010 году в Казанской медицинской академии была утверждена премия, это уже не новое, в принципе, до этого премия тоже была, да, в 30-е годы. И так утверждена премия имени профессора Лури, первого ректора этой академии, за лучшую научную работу по актуальным проблемам медицины для молодых ученых вуза. То есть, в любом случае, получается, что Роман Альбертович оказался достаточно значимым человеком для нашей психологии. Ну, а часть вторую как раз я посвящу и биографии, и научному наследию его гениального сына.